Сегодня рыбоводы изучают Южные озера, чтобы узнать, кто в них обитает, и я хотел бы посмотреть на их улов. Джона надеется не увидеть там карпа, а я надеюсь поймать рака. Куда мы направляемся? Мы плывем вон туда. Мы расставили сети и ловушки по всему озеру, но первыми надо проверить эти. Мы должны убедиться, что карп снова тут не расплодился, и узнать, какие еще виды здесь обитают. Этот далекий и загадочный остров только начал раскрывать свои тайны. Что еще мы найдем в этих водах? Я прилетел в Тасманию на поиски гигантского пресноводного рака. Огромного существа, способного своими клешнями ломать кости. На озере посреди острова я ищу любые признаки того, что этот редкий обитатель пресных вод вернулся. Я развяжу. Давай их ко мне. Сваливай сюда. Отлично. Вот еще. Есть угорь. Красота. Пытается вылезти с помощью хвоста? Да. Пятится назад волнообразными движениями. Я уже встречал угрей, но такой разновидности еще не видел. Это австралийский речной угорь. Интересная рыба. Большую часть жизни они проводят в пресной воде. Пока еще никто не наблюдал за нерестом угрей. Попробую взять его в руки. Скорее всего, будет сопротивляться. Как и все угри, это хищники, и они поедают ракообразных. Они вполне могут охотиться на молодых гигантских раков. Но в отличие от инвазивного карпа, австралийский речной угорь всегда обитал в этих водах. Мы их отпустим, они важная часть местной экосистемы. Также нам попалось то, что я еще никогда не видел. Для меня это новый вид — золотая галаксия. Я раньше их не видел, потому что они обитают лишь на Тасмании. Только в этих двух озерах. Интересный улов. Но тут нет того вида, который мне нужен. Отлично. Тут много рыбы. Очень много рыбы. Я бы даже сказал, чересчур много. Да. Вот так. Тут есть и крупные. Скажи, какие там виды, а я запишу. Радужная форель. Кумжа. Еще радужная. Иди сюда. Сильная рыба. Форель тоже завезенный вид. И опасный хищник. Никогда так не пробовал с форелью, но с некоторыми акулами и самами это работает. Она дышит и успокаивается. Так можно хорошенько рассмотреть рыбу, прежде чем ее выпустить. Вот так. Отлично. Красивая рыба. Кумжа из озера Крессент. Красавица. Поплыла. Удивительно, но это рыба среднего размера в данном озере. Такое увидишь не во всех водоемах. Поймать ее на рыбалке было бы очень приятно. Это точно.